Зимний сезон можно считать официально открытым. Теперь стараниями мэрии в ивановских парках можно покататься на коньках и лыжах. Традиционно первые катки залили в детском парке и парке имени Степанова. В последнем пока работает малая ледовая площадка. Большую откроют в эти выходные, 2 декабря. Кататься можно на своих коньках или брать на прокат. В вечернее время все площадки хорошо освещены. Также отметим, что во всех трех ивановских парках стартовал прокат лыж. Кроме парка Степанова, это парк Харинка и парк Революции 5-го года. И лыжня, естественно, есть для любителей, для профессионалов пока еще они не сделали, но так вот уже можно на лыжах кататься ежедневно.